Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Если у меня появляется немного зелени, и уже знаете, вот у меня есть сельдерей, базилик. У меня он был в горшке, но немножко начал уже терять форму. И петрушка, веточки такие. Я все соединяю. Добавляю перчик чили, чеснок, сахар. По желанию, можете мед добавить. Соль. Лимонный сок, но у меня великолепный винный уксус. Мы сейчас добавим, потом попробуем. И пару столовых ложек растительного масла. И все это взбиваем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это и заправка в салат. Сельдерей придал невероятную свежесть. И я просто люблю кушать с хлебушком. Вот так. Всем спасибо, что вы были со мной. Рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Боже, как это вкусно. Всем пока.